Добрый вечер, уважаемые зрители! Сегодня я вам прочитаю замечательную сказку, автором которой является Виктор Голявкин. И называется она «Надоедливый Миша». Миша выучил наизусть два стихотворения, и не стало от него никакого покоя. Он залезал на табуретки, на диваны, даже на столы и, мотнув головой, начинал сразу читать одно стихотворение за другим. Один раз он пошел на елку к девочке Маше, не снимая пальто, влез на стул и стал читать одно стихотворение за другим. Маша даже сказала ему: «Миша, ты же не артист!» Но он не слышал. Дочитал все до конца, слез со стула и был такой довольный, что даже удивительно. А летом он поехал в деревню. В саду у бабушки был большой пень. Миша залез на пень и начинал читать бабушке одно стихотворение за другим. Как же он надоел бабушке! Однажды бабушка взяла Мишу в лес, а в лесу была вырубка. И тут Миша увидел столько пней, что у него глаза разбежались. На какой пень становиться? Он здорово растерялся. И вот такого растерянного бабушка привела его домой. С тех пор он не читал стихотворений, если его об этом не просили.